Городской голова Александр Син провел рабочее совещание на нескольких медицинских объектах города, в 10-й поликлинике и центре диализа, который создают на ее базе. Продолжение темы в следующем сюжете. Городской голова в кабинете функциональной диагностики 10-й поликлиники. Сюда за средства городского бюджета не так давно был приобретен спирометр итальянского производства – прибор для диагностики функции дыхания. Он позволяет обследовать и дообследовать пациента по 32 параметрам спирометрии. Это и хронические заболевания, и хозлы, и бронхиальная астма, и различные аллергические. Вот возьмите, допустим, наш экологический город Запорожье. У нас где-то 70-78% людей, которые имеют изменения со стороны легких. Поэтому приобретение данного оборудования – это очень необходимо для нашего населения. Для пациентов это бесплатно или на платной основе? Для пациентов это бесплатно. Угу. Еще один объект, в котором планируется принимать пациентов со всего города – центр диализа на базе 10-й поликлиники. В Запорожье имеется несколько учреждений, предоставляющих гемодиализную помощь пациентам с терминальной почечной недостаточностью. Таких больных в городе 132 человека. Взять на себя часть из них сможет центр диализа. Работы по его реконструкции начались 14 сентября. Стоимость – порядка 8 миллионов гривен. Применяться будут и уже применены в проекте требования как к хирургическим помещениям. То есть начиная от той краски, которая должна здесь использоваться, которая должна выдержать 10 тысяч вытираний, то мы сами понимаем, что эмульсион, обычная краска, этого не выдержит. И заканчивая особой системой вентиляции приточно-вытяжной. Оборудование будет поставлено на конкурсной основе бесплатно. Сейчас мы имеем три предложения, два от немецких компаний, одно от итальянских. Мы проведем конкурс между этими компаниями, и та компания, которая предложит лучшие условия, эксплуатационные уже, ее оборудование будет установлено здесь. Когда около месяца назад проводился запуск 9-го маршрута троллейбуса, местные жители, пользуясь возможностью, пожаловались мэру на плохое качество тротуара вокруг памятника авиаторам. Сейчас ремонтные работы близятся к завершению, сообщил Александр Син. Пообещал, что в канун Дня освобождения города, а также Дня защитника Отечества, тротуар вокруг памятника будет отремонтирован.